Утро компьютерной мастерской начинается по-доброму, потому что с утра написал Александр. Привет, дружище. Привет. И сказал то, что готов помочь нам немного с корпусом, потому что я тут, у меня были несколько мыслей, я думал, в состоянии он потрепанном, корпус этот, который у нас для благотворительной сборочки. И написал с утра Александр, сказал, чем ты занимаешься сейчас, Саш? Кузовным ремонтом. Кузовным ремонтом. Ты сказал, ты сможешь помочь, если это дело благое, немножко его подоживить. Точно. То есть перекрасить, мы прикинули с тобой, давай выберем цвета в мастерской компьютерной, да, что-то в этом ваши стиле. Ваши цвета давай сделаем. Вот, и действительно, так что я тебе отдаю этот корпус на твою, по твою ответственность, попробуй что-нибудь с ним хорошее замутить, потому что он классный. И многие в комментариях писали, что, конечно, знаешь, его выкидывать тоже в этом отношении, но не выкидывать. Эту сборочку хотелось бы поместить именно в него, он прекрасно сюда подходит. У нас, если у вас еще получится что-то сделать с этой крышкой, было бы вообще волшебство. Задание очень доброе. Если действительно получится оживить, вот частичка вашей души кому-то достанется, какой-то семье. Олежек, ты сказал то, что ты хочешь стать еще блогером. Саша пришел с сыном. Я тебе парочку стикеров нашей мастерской даю, в любом случае, немножко для вдохновения. А ты что снимать-то хочешь? Расскажи. Ну, не стесняйся. Еще не придумал пока. Главное в процессе находиться, не переживай. Папе будешь помогать? Будешь помогать или нет? Вот как раз может с этого начаться твой первый влог, как ты показываешь, как батя ремонтирует корпус для компьютерной мастерской, для благотворительной возьми сборки. Возьми телефон и будешь снимать. Да, а мы эти кадры вставим обязательно в наше следующее видео. Поэтому, друзья, вот такой вот небольшой. Я тебе, Сашка, доверяю его полностью. Мы с тобой на связи. Понятное дело, сейчас от тебя будет зависеть, что по срокам ты это сделаешь. И мы действительно в эту штуку тогда соберем эту сборочку. Постараемся побыстрее. Все, отлично. Я рад, знаешь, когда происходят такие добрые пересечения. Вот. Ну, Олежек, ну и ты тоже скажи что-нибудь в камеру хорошенького. Наклеечку уронил. Да, скажи что-нибудь нашим подписчикам. Ты же хотел? Давай, жги. Ну, целое слово на публику. Не переживай, Олежек. Давай. Повернись в камеру. Давай, вот так с тобой вместе. Что ты скажешь, Олежек? Всем привет. Всем привет, Олег передает, поэтому, Олег, на тебе вся ответственность, я тебе доверяю, возьмешь телефон, батин, и заснимешь, как он из этого беленького, но грязненького системника сделает что-то особенно уникальное, такое, чего ни у кого нету. Хорошо? Давай кулачок. Все, красавчик, удачи, но мы увидимся в следующем кадре, когда уже будет понятно, что будет происходить с этим аппаратом. Ну что, эти железки, друзья, как вы поняли, будут дожидаться, когда придет новый корпус. А сегодня, бывает ли у кого-то, когда-нибудь у кого-то такое, что какая-то, знаете, классная идея, которую ты хочешь попробовать реализовать, но постоянно ее забываешь. Постоянно она у тебя когда-то в голове рождается, и ты ее, ну, как бы думаешь, ну все, сейчас обязательно что-нибудь сделаю такое. Замучу, сделаю, проверну, и ты забываешь. И не можешь, в принципе, вспомнить, что ты хотел. И внутри тебя сидит это чувство гениальной какой-то идеи, которую можно было провернуть, но ты ее просто забыл. Мне кажется, у всех такое хоть раз в жизни было. Вот, у меня такое было постоянно. Но тут, буквально позавчера или вчера, я что-то сидел или ехал, думаю, и вспомнилось. Вспомнилась идея, которую я хотел сделать. И я думаю, ну, пока она не забылась, потому что она забудется очень быстро, и нужно сегодня провернуть в прекрасную субботу. Вам, кстати, приятного просмотра. Компьютерная мастерская HPC вас приветствует. У нас все бодрячком. Давайте же сделаем то, что я всегда хотел. Помните чувака, как его звали? Сейчас, я даже себе... открыл, по-моему, его звали Кайл Макдональд. Никто не знает такого чувака. А историю с красной скрепкой кто-нибудь слышал? Отлично, оператор нас знает. В общем, идея какая? То, что канадский блогер Кайл Макдональд в какое-то время провернул вещь, которая вдохновила многих, которую многие даже пытались себе повторить. И у каждого наверняка такое было желание что-то подобное сделать. Он в итоге обменял красную скрепочку обменами на дом. И это вообще круто, по-моему, обалденно. Знаешь, мне кажется, это просто мечта любого из ничего сделать что-то такое грандиозное. И я подумал, как совместить вот эту потрясную идею, которая нравится абсолютно всем, которая многих вдохновляла. Я так зачитывался, думаю, какой же класс. Как это, знаешь, шаг за шагом у него сначала что-то маленькое, потом больше происходило. Я думаю, нужно сделать это, еще связать такой вот небольшой компьютерный проект, добавить немножко интереса, и мне кажется, это получится. У нас буквально в начале этой недели... Скажем так, я последнее время, знаете, как покупаю технику? Когда человек приносит, вот, у меня пропал вот какой-то, вот раньше было огромное такое, знаете, животный инстинкт перекупа. То есть, безусловно, человек приносит технику, нужно купить ее за адекватные деньги, чтобы можно было на этом заработать. А сейчас я стал каким-то, что ли, знаете, более...
как называется, веганы, которые не едят, как они называются, травоядным. Вот я стал более травоядным, когда человек приносит технику, вот, я говорю идеальный ценник, который может сам его продать на Авито, то есть больше консультирую в таком отношении, чтобы человек деньги не терял. То есть у меня какой-то момент. Но тут получился такой случай, что человек принес компьютер, ноутбук, я сказал, друг, честно, эта вещь уже не актуальна на сегодняшний момент. Я, если хочешь, могу ее забрать за 1500 рублей, за символические деньги. Мы даже по факту, мы его даже, по-моему, не проверяли толком, да, Вань? Просто в состоянии. Только жестким мы его проверили. Вот. И говорю, ну ты на Авито его можешь продать. Да не переживай, я сейчас расскажу. На Авито ты можешь эту технику продать, ну, минимум там 1000 за 4, даже 5, возможно, в зависимости от состояния. Это адекватный ценник продажный. Но человек сказал, я не хочу заморачиваться, мне это не нужно, заберите за 1500. Я думаю, ну, значит, судьба. Я вас знакомлю, друзья, с аппаратом и с нашим планом, который мы с вами будем делать сегодня. Я думаю, это будет небольшая интрижка, которая крутая. В общем, есть уникальный аппарат E-Machines. Вы когда-нибудь видели старенький нетбук в полном его комплекте? Мама родная, я давно такого не видел. Честно сказать, коробочки от нетбуков — это ценность большая. Она сама коробка может стоить $1200, но в данном случае она у нас просто вот такая симпатичная, и я вам расскажу, что мы будем делать. Смотрите, достаю, во-первых, похвастаюсь, что за аппарат, за 1500 я купил, вот, это прям интрижка, теперь главное узнать, как открывается коробка. Смотрите и любуйтесь, полный комплект. Во-первых, у нас есть чехольчик, это уже добавляет красоты, во-вторых, даже посмотри, есть фирменная оберточка, полный комплект, возможно, даже чек там внутри валяется, кто его знает. То есть прям комплект документов, мы это закрываем. И смотри на эту красоту. Вот такой вот E-Machines. Даже с лицензионным Windows 7 стартер ключом достается в подарок. Состояние, ну, если сказать не идеальное, то близкое к идеальному. А все по причине того, что этот ноутбук, в каком году он вышел? Он вышел в году 11.05, то есть 5 месяц 11 года. Сколько? 9 лет. 9 лет нетбуку, и он сохранился в состоянии просто обалденном. У него даже батареечка чуть-чуть пытается держать, но, видимо, уже не держит. Состояние классное. Мы его сейчас включаем, я про него два слова буквально скажу. Ваня ему сделал небольшой апгрейд. По умолчанию он изначально шел у нас, это, смотри, тут даже полное описание. Вот это кайф, когда так пишут наклеечку. 10.1 дюйма. LED LCD, то есть у нас LED-овский экранчик. Intel Atom N455, просто Far Cry 5 запускаешь без проблем. 1 гигабайт, но самое главное, DDR3 уже памяти, что очень ценно для ноутбуков, то есть это не DDR2, это DDR3. Жесткий диск у нас на 160 гигабайт. У нас ячеечная батарея Lion. Ну что же, просто красотища. VGA. USB-шки 2.0 с этой стороны. Здесь у нас LAN, замочек, еще одна USB-шечка, микрофон, наушники раздельные, картридер присутствует вместо, в отличие от моего, ой, не моего, а Легиона, который обзор, возможно, скоро выйдет на него, Легион 5. Этот ноутбук круче Легиона, потому что в нем есть картридер. Это как минимум. А посмотри на эту всю красоту. А знаешь, в чем красота? Вещь. В том, что у него пробег на родном его жестком диске, а родной жесткий диск у него 160 гигабайт, как вы уже поняли, всего ничего, посмотри. Эта вещь проработала, жесткий диск, 45 дней без перерыва. То есть ноутбук до наших времен, ну практически, ну назовем это музейный экспонат с полным комплектом. То есть вот такая вот досталась масюсечка, которая прям, ну знаешь, душа радуется. Я подумал, чтобы сделать такого интересного с ней. Потому что, понятное дело, ее можно там за пару тысяч рублей продать и, в принципе, все, и забыть. Но, мне кажется, это будет потрясающий старт. Я сейчас параллельно покажу, на что она способна, зайдя в CS 1.6. Покажу то, что эта маленькая вещь может себя чувствовать вообще прекрасно в современных играх. Чтобы вы понимали, какую вещь берете. И мы поступим именно так. Мы берем этот маленький нетбучик, рассказываем про него. Добавляем, безусловно, для, знаете, милоты момента, парочку наших фирменных наклеек, нашу фирменную футболку. И благодаря этому видео, благодаря тому, что нас смотрят люди, кого-то это может заинтересовать. Мы делаем пост ВКонтакте, где, соответственно, с этим аппаратиком выкладываем то, что он вот с таким-то комплектом отдается. И, естественно, тот, кто, ну, назовем так, у нас будет определенный ценник, наверное, сразу покупочный. Или, может, нет. Или просто из серии, как это происходит, биды, как они, ставки. То есть, кто там в течение одного дня наибольшую цену за него предлагает, мы его продаем, неважно, даже если там за него 500 рублей предложат, аукцион, да, называется, мы продаем за эту сумму. Если предложат там пару тысяч рублей, отлично, там 5 предложат, супер, избавимся. И в итоге что мы делаем? То есть мы сейчас от этого ноутбука, вот тем способом, даже с благодарственным письмом от мастерской, отправим того, кто его купит за лучшую цену, назовем так. Берем эту сумму, скажем, купили вы его с нашей футболочкой, с наклеечками, этот нетбучик с полным комплектом за 5000 рублей. Замечательно, у нас есть 5000 рублей, после чего мы
ищем на том же Авито технику крутую, которую максимально за 5000 рублей, которую можно немножко прокачать, проинвестировать в нее, и получается у нас вещь, которая потенциально стоит больше 5000 рублей. Ну, то есть, по классике жанра. Возьмем вещь какую-то, постараемся зайти за цену ниже рынка, купим, прокачаем. Своего рода компьютерное перекупство, даже не своего рода, а чисто компьютерное перекупство, но с идеей вот такой вот красивой. И в итоге, я еще точно не решил, у меня были мысли, то есть, как это должно происходить, то есть, на что мы должны обменять маленький нетбук в итоге. Ваня, у тебя есть какая-нибудь мысль такая, на что бы было симпатично? То есть, Майкл, он обменял на дом. То есть, что бы могло быть такой грандиозной целью, которая была бы интересна. Я, допустим, у меня несколько, я мыслями поделюсь, я еще точно не решил, но у меня была мысль, на что же можно, знаешь, в итоге, какая цель должна, должна быть цель, потому что шаг за шагом, спустя какое-то время, там, через месяц, у нас в любом случае наберется какая-то определенная сумма, я надеюсь, которая будет стоимостью больше, чем этот сам ноутбук. И должна быть в любом случае какая-то цель. У меня была мысль такая. В детстве у меня вообще в семье не было никогда автомобиля, у папы его тоже не было. Вот. И мы всегда в Ричард Бернс Ралли играли с папой. Вот. И я думаю, как бы было круто, если я вырасту и смогу подарить ему Subaru Impreza. Вот. И я так подумал, да, мой папа не водит машину, у него даже нет прав, но он умеет водить, но у него нет прав, естественно. Вот, он, в принципе, не водит, она ему, наверное, 100 лет не нужна, это было бы очень все глупо делать. Но цель, пока я не придумал лучшую цель, мы ставим именно такую. Мы копим с 1500 рублей наш старт, благодаря этому маленькому ноутбуку, благодаря, безусловно, вашей поддержке. Это небольшой проект, который будет показывать, как мы шаг за шагом, за сколько мы сделаем Subaru Impreza VRX синего цвета на золотых дисках, та, которая в Ричард Бернс Ралли STI. Безусловно, только Subaru Impreza VRX STI. Можно там еще Lancer Evolution, если будет хорошее предложение. В общем, ну, чтобы это было действительно интересно, я думаю, мы так и с вами и поступим. Пока это все делается, я захожу в новую игру DAST 2 на 2, сложность ботов эксперт, чтобы вы понимали, на что этот аппарат способен. Можно с ботами на эксперте играть на этой маленькой штучке. В общем, я своего рода пытаюсь сейчас осуществить идею и мечту, которая давно в голове была, какую-нибудь вещь такую прокрутить, но это бы не работало, безусловно, если бы не было аудитории, не было бы вашей какой-то поддержки и вашего интереса. А раз она есть, я думаю, это было действительно здорово. И вы посмотрите на нашем примере, можно ли эту штуку сделать. Одно условие у нас есть. Мы будем каждый раз продавать технику за один день. То есть мы не будем там выжидать какую-то нереальную сумму или еще цель. То есть максимум в течение дня, кто предложил, мы его сразу отдаем, чтобы был постоянный оборот. В течение суток, естественно, да. Дедлайн сутки. То есть выставили объявление, у нас дедлайн сутки, мы отдаем технику за наибольшую цену, которую предложили люди. Да, в 10 выставили, в 10 продаем, чтобы было четко. То есть спустя месяц у нас должно быть по факту, ну, около там, в зависимости от того, как мы будем покупать и продавать, но я думаю, ну, минимум там 15-20 каких-то перепродаж, в зависимости от скорости наших покупок и интереса. Вам весь этот процесс покажем, я думаю, это заинтригует. Ну, по крайней мере, я не помню, делали кто-то такое вот на ютубчике, именно с компьютерной тематикой, именно что был такой смысл. В общем, пока наша цель — это Subaru Impreza VRX STI на золотых дисках для бати, вот, у которого никогда не было машины, вот, и которому она 100 лет не нужна, но хотя бы цель должна быть такой. Если... Да, да. Если она, какая цель будет круче, напишите тоже в комментариях, что бы вы хотели, какая, знаешь, точка будет, как его называется, ну, ради чего все это делается, ради какой-то такой грандиозной идеи, да, какой фишки. Вот, было бы очень тоже интересно ваше мнение послушать. Но вот у меня пока были именно такие мысли в голове, и что еще хотел сказать, безусловно, это сублимация вдохновения разными людьми, потому что я знаю то, что ребята из мастерской синдиката делали что-то наподобие, там, у них была операция Ferrari, только самая с машинами. Я подумал, почему бы не сделать то же самое с ноутбуками, это было бы действительно здорово и забавно. И посмотри, Жень, посмотрите, друзья, мы без проблем. Поставьте, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бот, ты же эксперт, куда я выхожу? На лонг с таким залетом, но эта вещь без проблем тянет. То есть ноутбук, если мы теперь говорим максимально серьезно про функционал, он полностью рабочий. Единственное, что батарейка в состоянии непонятном, оно показывает, что износ 35%, но по факту не держит. Возможно, ее нужно немножко раздуплиться. Полностью настроен. Ванька, еще сделан апгрейд, добавлена память на 2 гигабайта. И по факту просто красотища. Мы обязательно сейчас сделаем с тобой максимально красивый таймлапс этого ноутбучка под музычку, чтобы ты, знаешь, добавил эротики этому видео. И человек, который бы приобрел этот ноутбук, знаешь, у него были памятные кадры этого аппарата из нашей компьютерной мастерской. На этом, я думаю, вот эта история только начинается. Друзья, пост ВКонтакте, все ссылки будут в любом случае в описании, в закрепленном комментарии под этим видео. Давайте замутим какую-нибудь классную тему и посмотрим, что из этого получится. Если это действительно будет
какой-то у нас успех в этом отношении, люди будут покупать, мы будем продавать. Из этого получится действительно классная история, которая прям, знаете, назовем это операция, я не знаю, операция вань что? Subaru? Операция Subaru, пусть она будет именно так. Вот. И начинаем мы с маленького E-Machines, точно его модель, друзья. Говорю прям сейчас вам, чтобы вы понимали, что вы будете покупать. E-Machines 355-131G16IKK. Manufacture date 11.05. Состояние бомба. Все, под концовочку этого видео мы запустим сейчас красоту, которую, Женька, ты нам сейчас сделаешь. А я заранее с вами попрощаюсь. Любим, целуем, увидимся с вами в новых компьютерных приключениях. Сегодня суббота, завтра воскресенье. Вам прекрасных выходных, настроения. И пусть у вас все будет максимально бодрячком. А главное, чтобы у вас была цель, к которой вы идете, которая бы вас вдохновляла, из которой бы вы с утра просыпались и чувствовали себя, знаете, максимально вдохновленным на какие-то крутые дела. Это очень-очень важно, я считаю. Ну и не скучайте, потому что завтра будет новое видео. Возможно, не такое позитивное. До новых встреч! Да, я не показал самое главное. Это нетбучик, коробочка, сумочка, наклеечки и, конечно же, фирменная маечка, чтобы это замотивировать вас максимально, друзья. По-моему, обалденный комплект, но пару рубликов он стоит точно. Я за него отдал 1,5, хочу чуть-чуть побольше. Давайте сделаем из нас, вообще из всей этой ситуации классную историю. Теперь точно. Пока-пока. Я забыл сказать самое главное, друзья, то, что... Не только продаем, но меняем. Если кто-то предложит классный обмен этого аппаратика с уболочкой и наклеечками, это прям максимально, я думаю, тоже будет круто. Потому что, если знаете, именно с помощью обменов мы добьемся какой-нибудь интересной цели, это будет действительно прям, ну, практически брат этой ситуации с красной скрепкой. Так что очень-очень этого. В общем, заинтригованы сами максимально.